Всем привет! Наверное, вы знаете Афанасию как тарабарцы скотины. Ее жестко разбомбили. Из-за утраты все сгнило. Жители на последних силах делают странные вещи. Убивают животных, это нормально, но некоторые настолько голодны, что вместо того, чтобы найти животное, занимаются без замазки каннибализмом. У некоторых вообще фермы сгнили, засохли. Мелкие дети страдают. А что там мелкие дети? Я говорю про тех, у кого семьи в канаве тонут. В бегстве все ходят. Это еще не страшно. Страшно то, что мелкие дети страдают в одиночестве, валяясь в заброшках, пытаясь найти оттуда выход из твердых камней. Королевство покинуло пока Афанасию. Они идут в стройматериалы, которые день пытаются достать. Все в бедноте. Даже сам Ликс в бедноте, у которого огород сломанный. Помните те дни? Заряжай! Заряжай! И они помните, как пускали ракеты. Мы помним, как в те дни все разрывалось на своем пути. Как ракеты летели. Все ехали воевать. Ветераны, вот кто молодцы. Но мы вернемся к Ликсу. И да, забыл сказать, фермы хоть и хорошо растут, все равно все голодают. Правительство пытается разобраться со всем и со всеми. За 4 дня они еле-еле, кое-как установили хотя бы дерево, которое еле-еле хоть как-то, но сейчас нормально живет и выжило при перенесении 4-дневного трудства, чтобы перенести его в этот дом Ликса, чтобы хотя бы какое-то укрытие было, хотя бы какое-то. Это была тяжелая работа правительства, мирных жителей и остальных. А как Ликс поживает? Богатый? Нет. Ну же, печка, жарь, чё ты потух? Ох, наконец-то. Я шел голыми руками раздирать и убивать этих животных. Ой, блин. На мне только и осталась эта военная форма. Всем привет, дорогие друзья. Я живу в бедноте, как и все. Из-за этой долбанной войны очень много ветеранов погибало здесь. Ушло сотни, да даже тысячи. Даже 10 000 душ. Сколько же ветеранов погибло на этом? А теперь вопрос, как мы живем? Посмотрите просто, какие насилия тут и жестокие убийства были. Сколько каннибализма и также военных действий. Противоорганические вещи случались тут. Как души в душу, кровь гнилую раздирали. Те, кто оставался живыми, писали своей же кровью и просили о помощи. Кого здесь колотили, кому что пристреливали, кого убивали и растерзали. Слава богу, другие правительства доставляют бочки, в которых есть желе. Но это не обычное желе, оно содержит мясо и полезные травы, полезные продукты, фрукты и овощи. Все, что полезное. И также там есть чуточка протеина, яиц и многое другое. Вот так мы и выживаем еле-еле. Больше всего жалко то, что мы не можем кому-то помочь. Если мы кинемся помощь, например, к этому ребенку, мы уже выбраться не сможем. Или же сможем, но только это будет очень долго. Знаете эту статую Паула Джонсона? Ну так вот, и она тоже сгнила. Ах, я только не пойму, что тут происходит. Ах.
Ладно, прохожу тут, посмотрим. Может быть, получится как-нибудь помочь хоть кому-то. Стоп, я же могу землю использовать. Я же могу землю использовать для передвижения. Ой, а тут каменистая земля. Как тут все сгнило, а? Как тут все сгнило просто. Просто сгнило. Так, ладно. Может быть, это поможет. Может быть, получится этому ребенку помочь. Да. Получится все-таки. Все-таки получится. Я голодный. Помоги. Я тебе построил путь. Давай, 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 малец, идем. Спасибо, что нам помог. Неужели хоть кто-то его вытащил? Да, вот он. Спасибо. Ой, я вижу тебя. Дай, пожалуйста, хоть что-то поесть. Ты заслуживаешь это. Апельсин вам большой. Так, ладно, надо пройтись по деревне. Поискать что-то. Я-то уже не голодный. Тут зацвело уже. Ой. Так. Давайте поищем тут что-либо. Что-нибудь. Поищем. Как тут все голодают. Я тоже тут в бедноте, если что. Ах, тут, блин, семьи некоторые вообще в канаве плавают. Так. Это единственный дом, который очень мало тронут. Очень мало тронут. Тут они работают. Постарались. Столько урожая уже посадили. Это очень хорошо. Очень хорошо. Даже флаг засох. Ладно, надо идти. Так, хорошо. Ладно. Давайте пробежимся по этой деревне. Посмотрим. Тут толком-то ничего не изменилось, наверное. И этот... Как его? Я что там... Что за звук? Это еще что за камень? Он на могилу похож. А, господи, что это? Это реально какая-то могила. Не-не-не-не-не, надо посмотреть срочно на это. Срочно на это посмотреть. Что тут может быть такого? Я не пойму реально, что тут может быть. Тут ямка какая-то. Что это такое? Сундук? Какой-то как будто... Это сундук-ловушка. Тут либо ловушка, либо какой-то механизм. Ничего такого. Ну ладно. Хорошо. Ай! Ой, блин. Ах, по ноге отдало. Что это, блин, такое? Ах, что это такое? Кто это сказал? Это я. Кто это ты? Ты меня, наверное, точно забыл. Это я, Паул Джонсон. Да ну не верю. Не веришь? Ты не веришь? Ну ладно, потом узнаешь. Я тебе даже этого доказывать не буду. Ты потом сам этого поймешь. Ну ладно. Блин, ребята, что это такое? Скажите мне. Хорошо, хорошо, хорошо. Я лучше сейчас пойду, отойду куда-нибудь. Вы прожили без меня очень много дней. Пережили войны и выиграли. Но остались в нищете. Эх, ну ладно. Если ты Паул Джонсон, тогда... Ай! Хочешь, чтобы я тебя излечил? Держи. Ой, я себя хорошо чувствую. Я такой спортивный. Ну подожди. Что?
Знаешь что? Вы справились без меня эти тяжелые дни. Почему бы вас не наградить? Почему бы? В смысле, как ты нас наградишь? А ты посмотри назад. Что там такое может быть? Зайди в дом. Хорошо, ладно. Так, ребята, я что-то уже прибаиваюсь заходить домой как-то. Открой дверь. Эту? Да. Ну ладно, открою. И что дальше будет? А ты открой. Не-не-не, я не верю. Открой быстрее. Ладно. Что за... Что это? Что это такое? Что это? Неужели... Так много яблок! Так много яблок! О, Ликс, откуда у тебя эти богатства? Это Пол Джонсон дал. На, возьмите яблоки. Возьмите эти яблоки. Возьмите, возьмите. О, наконец-то нормальная еда. Наконец-то. Наконец-то мы выберемся из нищеты. Наконец-то. У-ху! Давай мне тоже. Так, давайте я всем раздам. И всем раздам их. Погоди, Ликс, погоди. Ты отвагу важную выполнял. И делишься со всеми. Ну да, это как бы наши... Что, ну да. Ладно, я пошутил. Делись. Хорошо. Мы голодные. Вот, держите яблоки. Ура, у нас яблоки. У нас яблоки. Я, кстати, как узнаю, учи, у кого семья там... У кого семья там в канавах лежат, блин, в грязной воде, ничего не могут делать, беспомощные. Я знаю, где они. Вот та самая эта канава. Я сейчас им тоже дам. А как отсюда выбраться? Мы грязные. Ликс, откуда у тебя это? Смотрите, у него яблоки. О, неужели? Неужели? Держите эти яблоки. Это вам яблоки. Возьмите их. Возьмите. Будешь торговаться? Нет, 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 возьмите. Ура, у нас яблоки. Неужели? Да блин, откуда это все? Пол Джонсон, спасибо, что ты нам помог. Спасибо, мы выбираемся из нищеты. И да, кстати, хочешь еще кое-что? Да, давай, давай, давай. Говори, что ты там? Зайди к себе домой. Хорошо, я зайду. Я зайду. Отвернись. Зачем? Ладно, пошутил, повернись. Что там у меня закружилось? Я не пойму. Что это сейчас было? Стоп, почему у меня яблок уменьшилось количество? Я не понял, странно как-то. Ладно, а... Что с моим домом? Пол Джонсон. Да, Ликс. Это не шутки. Я тебе его починил. Там кое-какие вещи есть. Точнее, дубовые листья. Только не пугайся их виду. Из-за того, что я эту работу сделал, они выглядят именно так. А что за... Что это с ними? О, тут дверь появилась! Неужели? Что это? Что за саженец дуба? Я не понял, почему он так выглядит? Странно. Очень странно, что он так выглядит. Ну, Пол Джонсон, ну блин, спасибо, что ты вот так прям... Сделал. Офигеть, ребята. Посмотрите на это, что Пол Джонсон сделал. Ай. Я хочу домой. Я домой хочу. Ликс, тебя телепортировать домой? А уже не надо, я уже тут. Блин. Это я потом уберу. Ну ладно. В основном я тебе дом... Тут починил, распоряжайся.
Блин, Паул Джонсон, спасибо. Только стоп, как мне на чердак попасть? А, тут есть лестница. Да, я тебе скоро крышу. Тут все восстановлю, как было. Только потом вам опять нужно будет, конечно, флаг устанавливать. Я вас верну к тому моменту. Точнее, просто вашу именно деревню верну к тому моменту, когда еще она не была разрушенной. Восстановлю ее. И стену тоже вам верну. Так что не переживайте. Спасибо, Паул Джонсон. А пока повеселитесь тут. Ведь потому что... Что? Что потому что? Обернись. Я тут. Что это было ща? Что? Ты кто такой? Я и есть Паул Джонсон. Что? Откуда у тебя глаз на этот мир? Очень просто. Очень просто. Итак, подойди ко мне. Подошел. Ну и что? Смотри сюда. В общем... В общем, что хотел тебе сказать. Вы хорошо сделали развитие на этой... На этой деревне. Я ее не буду называть империей. И не буду, и не собираюсь. Эту деревню основал я. Итак... Подтверди просто. Ты хочешь, чтобы эта деревня стала на круги свое? Конечно хочу! Конечно же хочу! Ну тогда я применю небесные силы. И что будет? Ах, блин! Ой, блин, что это еще было? Ай, Паул Джонсон... Не мешай. Сейчас еще будет. Что? Что? Что будет? Что? Ай! Что это? Где я? Отправляйся по прямому. Отправляйся по прямому пути. Ну же, иди. 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 Где это я? Я не пойму. Внимание! Что сейчас будет? Ай, ай! Да какого черта? Я не пойму, что это такое. Блин, я не пойму. Внимание! Что? Где это я? Я точно не во сне? Что? Ликс, подойди ко мне. Паул Джонсон? Да, что? Ты восстановлен? Я всегда буду жив. Все жители, которые вымерли, все живые теперь. Все помнят эту трагедию. Абсолютно все помнят. Все это по-настоящему помнят. Я просто переделал эту деревню, но мне пришлось пожертвовать вашим флагом и вашими конструкциями новыми, а также вашей стеной большой. Не благодари. Стоп, я чё, реально в своей старой деревне? И да, Тарабарьей больше никогда не будет и не было. Что? Что? Эй, привет, привет. Что? Майкл? Я вернулся. Меня все-таки приняли на работу. Я все-таки вернулся. Что? Это как? Я что, в прошлое попал? Нет, Ликс, ты реально в будущем. Только прошлое... Просто перенеслось все в будущее. Но тарабарцев вы реально разгромили.
Их тоже их нет уже. Да и блин, ты все восстановил! Да, скоро и забор будет восстановлен, ограда, и ваш флаг тоже будет вернут. И все будет на своих местах. Зайди в свой дом и посмотри там, как все. Нет, мне не верится. Мне не верится. Не верится. Ты даже мой звонок вернул. Что за... Неужели все работает? Неужели у меня реально все восстановилось? Ты восстановил все? Да. Неужели... Даже мастерская моя... Тут ничего не тронуто. Тут все стоит нормально. Ребята! Тут даже складная стоит. Генератор. Ребята! Ох, блин, нам восстановили все-таки нашу деревню. Ладно, ребята, на этом мы прощаемся. Всем удачи, всем пока. Сегодня нам восстановили деревню. Эх, пойду спать.